Массовая вакцинация в Подмосковье набирает обороты. В Ленинском городском округе все больше желающих сделать прививку против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день уже более 1500 человек прошли первую фазу вакцинации. Из них почти 300 получили обе прививки. Напоминаем, что прививочные пункты расположены в Видновской детской поликлинике, где в данный момент находится и взрослая поликлиника, в Молоковской амбулатории и в Южной поликлинике поселка Дрожжино. Кроме того, вакцинация ведется в торговом центре «Вегас» на первом этаже, вход номер 4, второй павильон. Часы работы с понедельника по субботу с 9 до 19, воскресенье с 10 до 19 часов. Перед вакцинацией каждого осматривает врач. Но стоит заранее знать, что прививки против COVID-19 противопоказаны людям до 18 лет и беременным женщинам. Также прививаться не стоит в период острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострения хронических болезней. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Если же вы здоровы и хотите обезопасить себя от коронавируса, прививка – самый лучший способ, уверены врачи. Благодаря именно вакцине профилактики создается иммунитет, и этим самым образуются антитела, которые будут защищать наш вообще организм от COVID-инфекции, от коронавирусной инфекции. И тем самым мы можем просто, вот медики, справиться с этой пандемией. При посещении прививочных пунктов при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.